благополучно завершился проект «Европа-Америка 500», призванный показать Америке возможности частного российского бизнеса. Наши бизнесмены оплатили доставку американцам на ракете капсулы с посланиями лидеров и предпринимателей России. Запущенная из секретного Плесецка, капсула благополучно приводилась у берегов США и была выловлена не менее секретным крейсером «Маршал Крылов». Американцы в это время праздновали День Благодарения и с удовольствием включили в программу развлечений экскурсии по крейсеру и катание самой капсулы вместе с мэром города Кусьер. Американцы вдохновенно обещали нашим бизнесменам укреплять экономические связи, но уже к обеду разошлись по домам есть индейку. Традиция оказалась сильнее космических проектов. А нашим частникам было не до индейки. Офицерский состав крейсера «Маршал Крылов», разобравшись в Америке в механизмах рыночной экономики, не отдавал капсулу, пока не получил за это $10 000.